Приветствую вас, дорогие мои друзья! Чтобы наконец закончить с темой, затронутой еще аж 4 года назад, я решил рассказать вам о двух последних играх серии «Князь», а именно «Князь 2. Продолжение легенды» и «Князь 3. Новая династия». Поэтому для начала рекомендую вам ознакомиться с обзорами первой и второй части «Княжей серии», прежде чем смотреть это видео. Первые две игры серии «Князь» были просто хорошими играми, а по российским меркам они были шеворадальны. Но потом разработчиков подвело чувство меры. Чтобы залатать сюжетные дыры второго «Князя», они выпускают игру «Князь 2. Продолжение легенды». Но обо всем по порядку. Как заявляет нам надпись на коробке с игрой, игра «Князь 2. Продолжение легенды» уникальна тем, что создана группой поклонников первого «Князя», объединенных общением на форумах игры. Старожилы даже вспомнят многочисленные объявления для подъемщиков на различных форумах, хотя сами разработчики оригинальных игр принимали непосредственное участие в создании самой игры. Однако игра вышла достаточно сырой в некоторых местах. Вот, например, единственный официальный патч, не исправляя столь явную ошибку с непроигрыванием ролика смерти персонажа. Из-за того, что в названии ролика пропущена одна буква, и даже в цифровой версии игры эту ошибку не исправили. Я когда играл в первый раз, думал, что у меня игра просто зависла, ибо все реально зависло, а в центре экрана появился маленький белый квадратик. Но слава Одину, потыкав клавишу Escape, я вышел в главное меню. И уже потом, порывшись в ресурсах игры, я обнаружил ошибку в написании ролика, исправил ее, и ролик стал проигрываться в игре. Вот так каждый мог пропатчить «Князя» сам. При этом, если все номерные части «Князя» выходили на Западе, то эту игру там так и не выпустили. Однако был забавен тот факт, что западная версия «Крови титанов» содержала описание от продолжения легенды. Притом, когда цифровую версию второй части выпустили для таких онлайн-сервисов, как GOG или Steam, описание так и не исправили, а прошло уже много лет с момента физического релиза. Поэтому западные игроки недоумевали, когда читали в мануале второго «Князя» про нападение желтых собак на лесную страну, а в самой игре ничего такого даже близко не было. Что касательно самой игры, то давайте начнем с ее сильных сторон. У нас 4 героя на выбор, за которых в первый и последний раз в серии были индивидуальные концовки. Разве что кроме одного, но об этом мы поговорим чуть позже. Появился такой параметр, как репутация, от которого зависели некоторые квесты, а также появление дополнительных реплик в диалогах. Наконец-то можно было четко отстроить параметр защиты или атаки у каждого персонажа индивидуально. Дружина сократилась до 7 человек, что может плюсом и сомнительным будет, зато игроку гораздо удобнее управляться с меньшим отрядом. Опять же, сюжетные линии у персонажей индивидуальные, и это чувствуется и по сценарию для каждого героя, и по геймплею. Вернули поселение из первой части, притом в первозданном виде. И появились новые локации, связанные с желтыми собаками, сделанные в пустынно-восточном стиле. Наконец-то появилась пауза, в режиме которой можно было нормально подлечиться и перевооружиться. Добавили новую расу – желтых собак пустыни. Хотя, как мы помним по вступительному ролику первого «Князя», желтые собаки были викингами. Тут же они сумели сменить расу. Опять, как и в первой части, можно было захватывать поселение силой. Однако у игры были и серьезные недочеты. Подробно их все описывать я не буду, ибо считаю, что достаточно уже одной истории с видеороликом.
Но скажу, что к игре выходил один единственный патч, и он все равно не устранял большинство банальных багов. Так что перечислим самые основные из них. Так, у Идзарка нет своей концовки. После прохождения игры за него нам показывают концовку Драгромира. В поселениях, которых можно подчинить, толком ничего нельзя построить. Все уже построено за нас. Резко сократилось количество квестов. Да их решение чаще всего максимально прямолинейно. Большинство заданий решается без вариативности. Все персонажи теперь на одно лицо, как это было в Первом Князе, где на каждую расу было всего несколько лиц. Да и экипировать персонажа нужно теперь по его портрету в полный рост в левом углу экрана, что дико неудобно. Для прохождения некоторых сюжетных квестов нужно качать определенные навыки. Да, подобные задания были и во Втором Князе, но они сводились к второстепенным заданиям. И самое печальное, нельзя больше сеять огороды. То есть во второй части, например, можно было различные корни и орехи, из которых мы готовили снадобья, собирать и рассеивать у себя около поселения в нужных нам количествах, и они спокойно себе росли. Теперь поговорим о сюжете. Действие игры происходит между первой и второй номерными частями. После окончания войны за амулет дракона на лесную страну нападают желтые собаки пустыни, повелитель которых хочет заполучить браслет владыка. А на выбор у нас есть 4 героя, каждый из которых преследует свои цели. Так, например, герой первого князя Драгромир хочет остановить нашествие врага и раз и навсегда разделаться с кланом желтых собак. При этом он научился разговаривать с браслетом, к которому по ходу игры может обратиться за советом. Княгиня Велиславна, одна из героинь второго князя, преследует схожие цели, заодно намереваясь отомстить желтым собакам за смерть отца и братьев. При этом посмотрите, как ее нарисовали художники. Нет, я понимаю, что они хотели сделать ее помоложе, чем во втором князе, но это уже перебор. Так она на какую-то отечественную певицу русской попсы похожа. А вот дальше уже все было гораздо интереснее. Следующая героиня Гильдис является дочерью викинга Сигурда, того самого, которого убил Драгромир в самом начале первого князя. Да, вот тут-то князь уже окончательно скатился в Санта-Барбару. Но, впрочем, мы отвлеклись. Так вот, Гильдис пытается разгадать тайну гибели своего отца. Ну а последний протагонист Идзарк является воином клана Желтых Собак. Он решил обмануть своего повелителя и первым захватить браслет владыка, а уже с помощью него узурпировать власть. При этом у него есть спутница по имени Назира, которую он выкрал из гарема. Разработчики зачем-то вернули уровень сложности игры в зависимости от выбранного персонажа, по образу и подобию первого князя. Таким образом, легче всего будет играть за Драгромира. У него и браслет волшебный есть, силушку его увеличивая почти на максимальный уровень, и богатырский меч по дефолту идущий, и овер 9000 золота в карманах, не говоря уже о подчиненной ему стартовой локации. Велиславна находится в схожих с Драгромиром условиях, только без всяких там артефактов волшебных, которые характеристики ее бы увеличивали, да и золото у нее поменьше. За Гильдис играть еще сложнее, ибо ей надо покинуть родной Кирингхольм и отправиться в лесную страну моря. И сделать это не очень-то просто, но тем не менее, играя за нее при определенных условиях, можно закончить игру досрочно, даже не выполняя половины сюжетных заданий. Максимально сложно играть за Идзарка, ибо уже в его стартовой локации Тиград стражники по умолчанию к нему враждебны. Да и из города ему надо как-то в
выбраться умудриться, чтобы отправиться в лесную страну. Но тем не менее, лично мне было интереснее всего играть за него, чем за других героев. Музыку же к игре написал все тот же Сергей Григорьевский. По сути, музыка осталась вся та же, что и для второго князя. Однако появились две новые музыкальные темы. Тема Тиграта и тема Мертвого города. По нашей старой традиции, я сейчас вам их поставлю. Ну и что я могу сказать в заключение? С продолжением легенды у меня очень непростые отношения. Я мог бы простить ей некоторые вещи, если бы она не имела отношения к серии «Князь», которая все же задала некоторую планку качества, которой, по моему скромному мнению, к сожалению, продолжение легенды не соответствует. И это печально. В свое время мне даже писали люди из Германии по поводу этой игры и удивлялись, почему она не вышла на Западе. Однако, кто-то считает эту игру вполне нормальной, и я отчасти с ними соглашусь. Все же местами в продолжение легенды даже интересно играть, и уже как-то не хочется обращать внимание на все те вещи, о которых я говорил ранее. Да, и индивидуализация компании персонажей вносит больший элемент реиграбельности. Так что скажу прямо, данная игра очень неоднозначна, да и обзор в большей степени у меня вышел субъективный. Но уж очень хотелось сказать о наболевшем. А дальше в 2008 году вышел «Князь 3. Новая династия». Впрочем, это уже совсем другая история.